Приветствую! Сегодня делаем разбор песни Александра Розенбаума «Я самен в законе вор». Сыграю в обычном строе, в гитарном, весь куплет и подробно потом все расскажу, как я что играл. Приступим! Я самен в законе вор, сам себе я прокурор. Меня крик не дул, сестра не хама. Мне с братишкою прибой, молдаванка, дом родной. А судьба моя, Одесса, мама. Мне с братишкою прибой, молдаванка, дом родной. А судьба моя, Одесса, мама. Для начала разбираем аккорды. Первый ля минор. Первая открытая, вторая на первом, третья, четвертая на втором. Бас играем 5, потом 6. Дальше ля минор с басовой ноткой соль. Добавляем шестую струну на третьем ладу. Играем шестую только струну басовую. Дальше аккорд ля минор с басовой ноткой фа. Прижимаем большим пальцем шестую струну на первом ладу. Она же басовая. И будет аккорд ля минор с басовой ноткой ми. То есть играем только шестую басовую, у нас будут переходные нотки. И вот шестая открытая. Следующий аккорд ля мажор септаккорд. Вторая и четвертая струна на втором ладу. Бас играем 5, потом 6. Следующий ля септаккорд плюс. Добавляем первую струну на первом ладу. Как ля септаккорд мы держим, добавляем первую. Дальше ре минор. Первая на первом, вторая на третьем, третья на втором. И четвертая открытая меняем с пятой открытой. Следующий ре минор секстаккорд. Шесть. Открываем вторую струну. Первая и третья только прижата. Вторая открытая. Четыре, пять. Играем бас. Следующий ре мажор с басовой ноткой си, ну его можно и назвать как си бемоль, вернее си минор септаккорд. То есть у нас играет пятая струна на втором ладу, или так мы можем играть, и ре мажор держим, первая, третья на втором и вторая на третьем. Играет три струны нижних и пятая, можем так играть. Можем играть как си минор септаккорд. Вторая струна на третьем ладу и баре на втором. Играем 5, 3, 2, 1. Басовая пятая на втором. Дальше аккорд ми мажор септаккорд. Первая открытая, вторая на третьем, третья на первом, пятая на втором. Бас играем 6, потом 5. Следующий ми септаккорд мажор минус 9. Прижимаем маленький баре на первом ладу. Первая, вторая, третья струна. Вторая струна на третьем ладу. И пятая на втором. В этом аккорде играем бас шестую струну, потом пятую. Дальше аккорд ми мажор плюс 5. Прижимаем указательным пальцем вторую и третью струну на первом ладу. Четвертая, пятая на втором. Бас играем 6, потом 5. Если вам так неудобно, можете играть вторую и третью, прижимаете отдельно пальцами, то есть указательный, средний, и четвертую можете прижимать на втором ладу, или же две, пятую и четвертую. Следующий аккорд си бемоль минус 5 с басовой ноткой ми. Первая открытая, вторая, третья на втором ладу, шестая открытая. Ну, по правилам играется и четвертая прижимается на втором. Если вы четвертую будете играть, если нет, можете просто прижимать вторую и третью. Это играть только три нижних. Следующий соль минор 6, тоже положение, что мы держим. Вторая, третья и шестая басовая на третьем ладу. И еще один аккорд фа с бемолем 5. Играем так, первая на первом ладу, вторая открытая, третья на втором, четвертая на третьем ладу. И бас играем пятую струну.
Вот так. Давайте я расскажу бой. Я его играю так. Начинаем с басовой нотки. На каждом аккорде своя басовая нота, я сказал, какая. На аккорде ля минор вот пробуем. Итак, играем пятую. И поддергиваем снизу первую, вторую, третью. Изначально в сильную долю, вот в последующих, то есть в начале, когда песня только начинается, я сыграл или щипками можно, или же указательным пальцем, или же средним пальцем. В дальнейшем мы будем играть средним пальцем в сильную долю. То есть раз, вот на раз мы играем бас и средним пальцем. Итак, сыграли раз. Затем глушим струны. И вверх. Затем второй бас, вверх, вниз заглушка, приподнимаем пальцы левой руки. Вот так. И затем начинаем из среднего пальца, а все остальное играем указательным. Вот такой вот интересный бой. Ну, как бы и рассказывать особо нечего. Аккорды я рассказал, бой показал. Пробуйте, у вас обязательно все получится. Желаю успехов, спасибо, пока.